разрушенная башня за домом. Я решил привести Грахама туда, в башню. Как по мне, самая интересная концовка. Тут вон еще куча заданий можно поделать. Ты за мной ходишь? Да вот хотел спросить, чего тебе нужно от Грахама? Нет ничего. А вот мать его за него беспокоится. Он как с острова вернулся, один в хате сидит. Ни с кем не разговаривает. Совсем от этой несчастной любови свихнулся. Говорить хочу. Ты глухой или как? Я же сказал! Ты кто такой? Я ведьмак. И что? С чего мне вдруг с тобой разговаривать? Я был на острове и знаю, что там случилось. От меня что тебе надо? Я хочу поговорить об Аннабель. Да что ты можешь о ней знать? Я разговаривал с ней. Аннабель больше нет. Она выпила яд. А я не сумел я ее спасти. Ты любил ее? Да, Одури. Так влюбился, что верил, что у нас все получится, и мы будем вместе. Отец ее, понятное дело, слышать ничего не хотел. Его дочка и простой мужлан. Расскажи, что случилось на Коломнице? Если уж так интересно. Милка, Зембаш и Фалик созвали самых сильных мужиков, чтобы поплыть на остров. Хотели отобрать у помещика свое. Они знали, что мне слуги в башне ворота откроют. Потому что я продавал им рыбу. Тебя заставили пойти с ними? Нет, я... И я думал, мы с Аннабель, что мы убежим вместе, но все покатилось к дьяволу. Наши начали убивать, хотели изнасиловать Аннабель. И она отравилась. Маг ей, видать, яду дал. Я выбежал из башни, орал, что хочу умереть, проклинал их. Нет, не могу. Не заставляй меня вспоминать. Что именно ты сказал, когда бежал с острова? Я не помню. Я хотел, чтобы они заплатили за то, что с ней сделали. Если ты их проклял, Коломница — место с мощной магической аурой. А ее могут пробудить сильные чувства и злая воля. Твои слова могли стать источником проклятия. Из-за этих ублюдков она отравилась. Аннабель не отравилась, она выпила сильнодействующее снотворное. Так чародей хотел ее защитить. Все должны были принять ее за мертвую. Но это значит, разве она... Ты сказал, что говорил с ней? Я говорил с ее духом. Когда она проснулась, в башне остались только остывшие трупы и крысы. Они сожрали ее заживо. Значит, тогда она была еще жива? Но... Нет, это невозможно. Она была совсем холодная, как мертвая.
Я тряс ее, умолял, чтобы она открыла глаза. Я не верил. Понимаю, ты чувствуешь себя виноватым, но ты не мог знать, что это не яд. Боги, что я наделал? Если бы я остался, чтобы ее похоронить, я бы заметил, что она жива. Все могло окончиться хорошо. Ты не выжил бы на острове. Лучше бы я умер, чем оставлять ее крысам. А теперь я уже ничего. Ничего не могу для нее сделать. Ты ошибаешься. Ты все еще нужен, Аннабель. И можешь ей помочь. Она все еще там, в башне. Я могу? Могу ее увидеть? Да, но ты должен кое-что знать. После смерти Аннабель превратилась в моровую деву. Это как? Она не просто неупокоенный дух. Она стала могущественным призраком. Скорбь и ненависть дают ей силу сеять смерть и мор. Она страдает. Как я могу ей помочь? Аннабель думает, что ты ее бросил и сбежал. О, боги! Значит, она ненавидит меня? И все это время думала, что я ее бросил? Да. Если ты вернешься в башню, может, тебе удастся ее убедить, что все не так. Я думал, она умерла! Я бы не оставил ее одну! Аннабель и других духов удерживает на острове проклятие. Любовь может разрушить его. Как в легендах. Если ты знаешь эти легенды, то понимаешь, что достаточно поцелуя, чтобы разрушить злые чары. Но при одном условии – любовь должна быть настоящей. Говорю тебе, я любил ее всем сердцем. Прошу, отведи меня к ней. Это будет опасное путешествие, ты понимаешь? Да, конечно, но я не трус. Уж в этот раз не побегу. Ничего, идем. Пошли. Идем в башню. Грахов! Это из-за него мы здесь блуждаем! Я столько ждал, чтобы отомстить. Убью. Не бойся, с тобой ничего не случится. Когда я входил сюда в последний раз, я все еще надеялся, что Аннабель и я, ведь все могло получиться. Все из-за меня! Если бы я сумел ее... Прошлого не изменить, но теперь ты поможешь. Аннабель, обрести покой. Тут так страшно. Так тихо. Давай быстрее, не стоит здесь задерживаться. Они так орали, а теперь все тихо. Все мертвы. Не думай об этом, идем.
все-таки ты вернулся ко мне. Это... Не знаешь? Это я, твоя Анабель. Та, которую ты бросил. Помнишь? Анабель, я был уверен, что ты умерла. Если бы я знал, я бы никогда тебя не оставил. Я сделал бы для тебя все. Ты же знаешь. Поверь мне. Докажи. Поцелуй меня. Грахам, подумай. Наконец-то! Я снял проклятие. Грахам и Анабель теперь вместе. Пошла. Геральт, я как раз начала скучать по тебе. Расскажи мне что-нибудь еще о чародее с острова. Вы были друзьями? Вот уж не думала, что тебя настолько интересует моя личная жизнь. Мне интересно, что объединяло вас как магов в профессиональном плане. В этом отношении у нас было мало общего. Александр был одним из тех нервных экспериментаторов, которые не спят ночами и которым для счастья хватает одинокой башни и набора реторт. Я снял проклятие с острова. Ты убедил Грахама пойти с тобой в башню? Ты сказал ему, что там моровая дева? Он знал, чем рискует. А еще он слышал истории о поцелуе истинной любви, который разрушает злые чары. Наверное, это добавило ему отваги. И что, все кончилось хорошо? Как посмотреть.
Проклятие снято. Душа Аннабель обрела покой, но Грахам умер. Бедный мальчик. Что ж, настоящая любовь встречается реже, чем многим кажется. Одно меня беспокоит. Ну? Аннабель сказала, что Александер изучал заразные болезни и упомянула Катриону. Ты знала об этом? Все чародеи об этом знают. Александер был очень уважаемым эпидемиологом. Я бы многое отдала за возможность заглянуть в его заметки, но он их тщательно охранял. Что ты будешь делать со светильником? Я же говорила, можешь оставить его себе. Мне он вряд ли еще понадобится. Остров же очищен. Я начинаю жалеть, что не выбралась туда вместе с тобой. Впрочем, мы еще можем наверстать упущенное. Ладно, мне пора в путь. Может, ты останешься еще ненадолго? У меня есть еще одна малюсенькая просьба. Да? Я заказала из Новиграда кое-какие субстанции. Торговец должен был приехать еще вчера, но так и не появился. Может, взглянешь, что случилось? Этот груз очень важен для меня. Почему нет? Если он ехал из Новиграда, значит, должен был проезжать большие сучья. Я посмотрю в округе. Спасибо. Я буду очень признательна. Подожди. Ворожей хочет просить об услуге. А ведьмачий, значится. Говори, в чем дело. Ворожею нужен тот, что зла не устрашится. Близится ночь дядов. Надобно нам праздник обустроить. Придут заблудшие духи, а также и проклятые. Круг от этих чудищ охранять надобно. Зачем вообще нужен этот ритуал? Иногда человек умирает с недаемой тоскою. Или же смерть его застает прежде, чем он успеет вкусить истинной горечи. И тогда бедная душа не может покинуть этой юдоли слез. Дух блуждает меж живыми. Надобно участь его решить и отправить на верный путь. За этими дяды. Что я с этого получу? Ворожей знал, что ведьмаки за даром не работают. Не бойся, у ворожея есть чем тебя порадовать. Похоже, тут и правда нужен ведьмак. Ладно, я вам помогу. Ворожей знал, что ты не откажешь. Время собирать людей. Через озеро отправляйся на Коломницу. Там и встретимся, в кругу каменьев. Чем быстрее со всем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Но!
жизнь свою в ответе, краткий миг на этом свете. Мое почтение. Самое время. Люди, вот тот, кто будет нас охранять. Не бойтесь. Мы начнем выкликать заблудшие души. Некоторым помочь уже никак не можно. От таких-то ты и будешь нас охранять. Удержи злых созданий вдалеке, покуда ворожей не закончит дяды. Начинай. Не позволяй нарушить круга, не давай нас в обиду. Мы за жизнь свою в ответе. Краки! На этом свете! Что за нею наступает? Каждый сам из нас решает. Предки явятся пред вами. Что им в тягость, скажут сами. Нам видите ваши лица. Приходите, мы вам рады. Нынче мы справляем дяды. Кто неверным бродит шляхом, мира смертных не покинув, легким ясным знаком призываем в середину. Призываем в середину. Нас наслышу, мне не снится. Дух начись, спешит яичко. Пусть огонь пылает жарко. Дух, явись нам свечки ярко. Повсюду тьма ложится, что тут? Ясно слышу, мне не снится. Дух в ночи спешит явиться. Пусть огонь пылает жарко. Дух, явись нам в свете ярком. Скажет дух свою мольбу, мы прочтем его судьбу. Мне его прогнать? Нет. Я пришел за тобой, отцы-убийца. Сгинь, нечистая сила! Заклинаю тебя светом вечного огня! Прекратите это богохульство! Нам же надобно помочь заплутавшим душам! Молчи! Я не потерплю некромантии! Помоги! Отойдите отсюда. Вы прерываете обряд. Эти люди занимаются черной магией и беспокоят умерших. Мы этого не позволим. Ты понятия не имеешь об их обычаях. Взять его! А людей разогнать! Позади. Люди! Не трогайтесь с места! Но! Круга не разрывайте! Глушь повсюду! Тьма ложится! Что-то будет! Что случится? Не стой! Глушь повсюду! Тьма ложится! Что-то будет! Что случится? Глушь!
Чушь повсюду! Тьма ложится! Что-то будет! Что случится? Плохо обернулось! Плохо! Беда нам! Кровь запятнала священную землю. Но нельзя прерывать того, что начато. Чем грозит кровопролитие? Круг был осквернен. Сюда сойдутся те, кто жаждет людской крови. Если боги смилостивятся, их будет не слишком много, и ворожей все закончит. Если хочешь продолжать, я готов. Люди, надобно закончить дяды. Готовьтесь. Призываем, заклинаем, души мы на суд скликаем. Глушь повсюду, тьма ложится. Что-то будет, что случится? Что-то стонет и скребется, чей-то дух к костру несется. Глушь повсюду, тьма ложится. Что-то будет, что случится? Призраки! Святая земля кровью замарана. Не можно ритуал закончить. Люди, спасайтесь! Бегите, кому жизнь дорога! Охотники за колдуньями, должно быть, узнали про дяды у мужиков. Тот призрак, которого они отогнали, был духом твоего отца? Он грозил, что вернется. Думаю, он сдержит слово. Ворожей не боится старого Ямраза. Призрак назвал тебя отцеубийцей. Это так? Да. Если я буду тебе помогать, мне нужно знать все. Почему ты убил отца? Ворожей не хочет об этом говорить. Один ты не справишься. Я же вижу, ты боишься. Призрак может получить над тобой власть. Я изгоню его, но мне надо знать, где он похоронен. Скорее всего, его тело не рассыпалось в прах. И это связывает его с миром живых. Ямрос лежит в болоте. Я поищу тело и посмотрю, что можно сделать.
Продать барахлишко надо. Я буду за тобой приглядывать. Здравствуй, Эйвор. Будь здоров. Мне 3 надо. Где-то еще нарыть надо. Мутагенов зеленых. Мешает им, что у них под боком такое распутство. Официально очень. А! Как же было дело с Фолькестом? Держи. Сколько мне еще ждать? Останки Ямраза неплохо сохранились. Ворожей раскроил ему голову. Чтобы призрак ушел, тело надо сжечь. Покинь мир живых и никогда не возвращайся. Давай,
утопцы лезут отсюда, лучше здесь все взорвать. Пошла. Иди, иди сюда. Оторвать ему яйца! Моей жопой я сам жопой я сам займусь.
Пошла. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Давай, плотва. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Кто-то наложил иллюзию. Ну, это был этот туманник. Но! Служба не дружба. И Сникерс Блавикина. Здравствуй. Покажи. Будь здоров. Не крутись тут. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Пусть ведет тебя свет вечного огня. Давай, двигай. Thank you.
Белый волк, мудрый волк. Чего ему нужно? Я нашел тело твоего отца и их сжег. Это ты хорошо сделал. Он вернулся бы. Что случилось с твоим отцом? Ты действительно его убил? Это был злой человек. Когда-то вражей его боялся, а потом возмужал. То, что отец сделал матери, вражей не мог на это смотреть. Разбил ему башку секирой и утопил в болоте. Но люди знали. Думаю, дух больше не вернется. Спасибо тебе, ведьмак. Прими это в награду за помощь. А если тебе травки, когда понадобятся, или лекарства, ворожей все даст. Широкие тяжелые колеса. Фургон торговца. Если торговец путешествует по Велену в одиночку, добром это не кончится. Куски мяса Катаблепаса? Интересно, для какого такого заклинания? Я поврежден, но ничего магического я не чувствую. Хотел бы я знать, как Кейра это объяснит. Человеческое, артериальное. Он не мог далеко уйти. Прятался и ждал помощи. Помощь не пришла. Вот тебе и Веля.
Геральт, я как раз начала скучать по тебе. Я достал вещества, которые ты просила. Прекрасно. Теперь можно заняться двойным древесным расхождением. Но сначала... Нагреешь вина с пряностями? Я видел, что было в телеге. Мясо, дорогие вина, зериканские пряности. Ничего магического. Может, скажешь, что ты задумала? Я лучше покажу. Но придется немного подождать. Ты меня заинтриговала. Ладно, я подожду. Тогда брысь на двор. Будешь наряжаться? Позже, не торопись. Ну, иди, жди перед домом. Благодарю за терпение. Я почти готова. Что это? Если бы я хотел увидеть белых мышек, я бы просто напился. Обрати внимание, я сказала почти. Не мешай. Что случилось с третьей мышью? Вероятность, что это заклинание получится, составляет 66,67%. Я всегда беру на одну больше, на всякий случай. Но куда она... Кера, может, объяснишь, что происходит? Знаешь сказку о Золушке? И даже реальную историю. Во Дворцовом пруду появился Ригер и проглотил принцессу Сандрилу. От нее осталась одна туфелька и... Умоляю, ни слова больше о Ригерах. Вернемся к сказке. Я мечтаю, что в одну волшебную ночь сбегу с этих жутких болот. Добрая крестная мне не нужна, чары я и сама наложу. Но от прекрасного принца я бы не отказалась. И выходит так, что ты единственный достойный кандидат во всем Велине. Итак, что ты скажешь насчет поездки верхом в лунном свете и об ужине? Звучит заманчиво. Я вряд ли смогу отказаться. Но перед отъездом есть еще одно дело. Превратишь тыкву в карету? Нет, превращу наши мерзкие лохмотья во что-нибудь поприличнее. Не кривись. Это просто иллюзия, совсем не больно. А на рассвете все станет, как было. Ну давай, гулять так гулять. Тогда держись. Велаглан! Ну, как тебе? Вырез не слишком скромный? В самый раз. Я могла бы заодно изменить цвет твоих волос. Мне всегда нравились брюнеты. Ну да ладно. На безрыбье и рак рыба. Ну все, в путь. Ужин ждет. Последний моет посуду. Смотри, шею не сверни. Попробуй догони. Стой. Поздравляю, из тебя бы вышел идеальный жокей. Да, будь я на локоть короче и на пуд полегче. Ну да, но тогда бы я тебя не пригласила. Теперь понимаешь, зачем мне понадобились эти субстанции?
говядина с корицей и гвоздикой, жареный каплун с шалотом. Дело того стоило. Тебе налить белого или... Сухого красного. Ну пусть сперва подышит. Вот это да. Не думала, что ты ценитель вин. Думаешь, ведьмаки питаются салом из утопцев и запивают его водой из лужи? Примерно так. Ну ладно, хватит разговоров на пустой желудок, давай есть. Наверное, это обошлось тебе в целое состояние. Может, мне вложиться? Да нет, оставь. Мне на жизнь хватает. Знаешь, десяток яиц там, три ощипанных курочки здесь. И вообще, мои финансовые дела скоро пойдут в гору. Как, если позволишь спросить? Ведь в Велине можно найти только работу на полях. Верно, так что вариантов у меня два. Растить репу или съехать отсюда. Но не об этом я хотела поговорить. Еще раз спасибо за помощь с башней. Ты был великолепен. Это не первое проклятие, которое я снял. Но одно из самых трудных, верно? На острове такое творилось, как подумаю, меня в дрожь бросает. И лаборатория. Надеюсь, ты все там сжег. Клетки, трупы, бумаги. Ладно. Давай к делу. Ты о чем? О сексе. Мы ведь здесь для этого. Ну, может, в винах ты разбираешься, но в остальном... И это очень хорошо. Грубияны в постели лучше. А теперь закрой глаза и досчитай до 10. Раз, два, три, 4. Ну ладно, хватит. Кира, хочешь поиграть в прятки? Почему нет? Юбка. Похоже, мы играем в салки, а не в прятки. Тем лучше. Не придется возиться с застежками. Жаль, туфли могла бы и не снимать. Ну и куда делась Золушка? Ты меня нашел. Поздравляю. Я могу рассчитывать на награду? У меня ничего нет, но я что-нибудь придумаю. Знаешь, как называется то созвездие в Зарекании? Наверняка как-нибудь с драконом. Нет, у него другое название. Немного неприличное. Давай я шепну его тебе на ушко. Эвгани Навр. Кира, где... Усыпила меня заклинанием. Значит, она что-то задумала. Башня на Коломнице.
свет в верхнем этаже башни. Ну как, ты нашла, что искала? Да, спасибо, что спросил. Как себя чувствуешь? Выспался? Зачем тебе эти бумаги? Ну как же, чтобы продолжить исследования, прерванные трагической смертью ученого. Александр исследовал чуму Катрионы. Я хочу использовать его заметки, чтобы создать лекарство. Или хотя бы вакцину. Ага. Из чисто гуманитарных соображений, да? Нет. Я действую из соображений чисто эгоистических. Сильные мира сего дорого заплатят за такую панацею. Например, Родовит. Возможно, он даже согласится забыть о моих прошлых связях с ложей. Родовит ничего не забывает. И не прощает, в особенности чародейкам. Для меня он сделает исключение. У меня есть чем с ним поторговаться. Неужели ты сама в это веришь? Ну, ты же веришь, что Йеннифер когда-нибудь перестанет относиться к тебе как к собачонке, а я над этим не смеюсь. Я поеду с этими материалами к Родовиду, нравится тебе это или нет. Это самоубийство. Ты закончишь на костре. Поднимая боевой дух солдат и забавляя черни. Заткнись на минуточку и посмотри на меня. Ты видишь эти следы? У меня тут клопы, Геральт. Ты понимаешь? У меня Кейра Мец, советница короля Фольтеста и члена ложи чародеек. Что бы ты ни сказал, я больше ни дня не останусь на этих болотах. Ни дня! Но если я пересеку Понтер, люди Родовида рано или поздно меня достанут. Значит, придется с ним договариваться. У меня нет выбора, понимаешь? Есть третий выход. Поезжай в Каэр Морхен. Думаешь, там я буду в безопасности? Думаю, да. Если только не выведешь Ламберта из себя. В любом случае, ни Эмгир, ни Родовид тебя там не достанут. Роскоши не жди, но чистые простыни в замке найдутся. Путь не близкий. Но если держаться леса и как-нибудь перейти Пустульские горы, может и получится попасть туда незаметно. Я попробую. Не могу же я тебе отказать. Да, я разбираюсь в женщинах. Именно поэтому, прежде чем мы попрощаемся, отдай мне эти заметки. Хорошо. Забирай их уже и выметайся. Прощай, Геральт. Точнее, до свидания.